День открытых дверей прошел в Тираспольском промышленно-строительном техникуме. Столичным школьникам показали, как сварить трубы, строить водопровод и штукатурить стены. Это именно такой состав, имеет определенный рисунок, наносится и разглаживается. Тут ничего такого сложного нет. Сергей, штукатур-декоратор с 15-летним стажем, показывает секреты своего мастерства. Сегодня его пригласили дать мастер-класс в промышленно-строительном техникуме гости, девятиклассники трех столичных школ. Ну, работа стоит $5 квадратный. $5, заметьте, это самый дешевый. Уверенно орудует шпателем один из студентов. Игорь учится на первом курсе и параллельно в школе специалистов по декоративной отделке. Со второго курса планируют работать. Опыта уже хватает. Уже хотите прям зарабатывать деньги? Конечно. А кто не хочет? А почему выбрали такую профессию? По-моему, в этой профессии есть большой потенциал, заработок. И все. Ну, и помочь родителям. Из мастерской отделочных и строительных работ экскурсия отправляется в электромонтажную. Здесь обучают тех, кто устанавливает, обслуживает и ремонтирует электрооборудование и бытовую технику. Показали школьникам и как обучают мастеров ЖКХ. Ребята варили трубы и делали угловое соединение водопровода. Сделал вот такую вот штуку. Это что? Ну, это труба и для, как я понял, канализационной проводки. И мне понравилось, в принципе, потому что это довольно интересно. Опыт хоть какой-то получаю. Мало ли, во взрослой жизни вот прорвется труба, вот смогу что-то сделать. Промышленно-строительный техникум участвует в проекте дуального образования. Проще говоря, здесь 40% теории и 60% практики. Вот одна из мастерских. Здесь обучают работать на станках с числовым программным управлением. Такие же стоят на промышленных предприятиях. Что узнала нового, Лиза? Ну, вообще масштаб всех работ. Вот, то, что они очень высокооплачиваемы. Вот. Все. А сама с выбором профессии определилась уже? Пока мисс нет. Вот. Ну, это как-то сегодня тебе помогло вот определиться? Ну, вообще, да. Задуматься можно. Обучение в техникуме в основном бюджетное. Платно здесь учатся только автомеханики. Принимать документы на поступление в техникум будут с 3 июня. Зачисление по конкурсу аттестатов. Алиса Плахова, Игорь Мацута, ТСВ.